Еще недавно жителям улицы Первомайская в Сходне приходилось мокнуть под дождем и снегом в ожидании автобуса. Теперь о неудобствах можно забыть. Татьяна Коваленко вместе с соседями обратились на выездную администрацию. И буквально пару недель назад здесь появился современный остановочный павильон. Положили асфальтовое покрытие и нанесли новую дорожную разметку. Здесь давно уже присутствует остановка общественного транспорта, но самого бокса здесь не было. Выражаю глубокую благодарность за то, что обращают внимание на просьбы жителей и не остаются к ним равнодушными. Мы, как местные жители, очень довольны. Спасибо за эту остановку. На этой неделе выездная администрация работала в Новых Химках. Встреча жителей и власти состоялась в 25-й школе. 100 человек обратились к специалистам профильных служб. Большинство вопросов коснулись темы ЖКХ и благоустройства. Пообщался с жителями также глава Химок Дмитрий Волошин. Раз в неделю мы делаем выездную администрацию для вашего удобства, ваши районы. Задавайте вопросы, они не остаются без внимания. Мы их все видим, я их в частности смотрю. И затем мы на них реагируем уже таким, скажем, внимательным образом смотрим. Александр Мехет живет на улице Марии Рубцовой. В его квартиру холодная вода поступает тонкой струйкой. На выездной администрации он обратился к Дмитрию Волошину с просьбой, чтобы помогли улучшить водоснабжение. Глава городского округа взял этот вопрос на личный контроль. В ближайшие дни решением займутся профильные службы. В течение 2 дней разобраться, назначить комиссионное обследование и решить проблему, на что я очень надеюсь. Формат выездной администрации давно полюбился жителям. Это удобная и доступная форма взаимодействия со всеми службами. Любой желающий может оставить несколько заявок, встретиться со специалистами, задать вопросы и внести предложения. Формат выездной администрации в любом случае удобен, потому что житель приходит, может пообщаться, получить напрямую ответ. Есть вопросы, которые можно разбить на этапность. То есть, когда поэтапно идет решение, жители видят, что решается, все понимают. С начала года в Химках к профильным ведомствам обратились 1800 жителей. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров, Вильфрид Демковский, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.